Батисты. Вот как много всяких разных разнообразных. Здесь и полотняное плетение, и они разного плетения, при этом все вот невесомо легчайшие батисты. Полотняное плетение. Вот это тоже, например, полотняное. Здесь легкая жаккардовая полосочка. Диагональное плетение. При этом еще и с принтом. Не знаю, видно диагональку вот здесь или нет. Но, несмотря на свое диагональное плетение, легчайшая ткань. Жаккардовое плетение однотонко. Вот здесь видно лучше. Да. Жаккардовое плетение. Цветоечек, то есть принт. В общем, здесь выбирать, выбирать, носить и радоваться. А, важное, что я еще хотела сказать, вот такой легкий оттенок Тиффани. Важное, что хотела сказать, вчера нашли на паре рулонов бирочку, что при наших закупках стоковой ткани, как правило, это из раздела волшебства и фантастики, чтобы мы узнали состав. В общем, важно. 20% хлопка и 80% пешки. Ткань на ощупь, вот прямо хлопок-хлопок, не отличить. При этом она не мнется. Вот такая волшебная ткань. Батистик легкий.